Здравствуйте! Сегодня среда, 17 февраля 2021 года. И мы отслеживаем перелет спецрейса компании SkyUp Airlines. Рейс номер PQ2105, который осуществляет спецрейс из аэропорта Борисполь, Киев, Украина, в Тель-Авив, Израиль. Сейчас самолет снижается. Он пролетел 2062 километра. Осталось до посадки 4 километра и 1 минута. Это самолет Boeing 737-8H6, зарегистрированный в Украине. Номер регистрации URSQA, зарегистрированный в Украине. Итак, время до посадки несколько секунд и 3 километра. Всего до посадки остался 1 километр. Мы видим, что есть еще самолеты, которые летят в аэропорт, Тель-Авив. Это частный самолет Gulfstream G280. А также самолет компании Israel ATR-72-500 из Ларнаки. А также приземлился уже самолет компании Longtail Aviation из аэропорта Лидж, Бельгия. Итак, самолет компании SkyUp, рейс PQ2105, успешно приземлился в Израиле в аэропорте Бен-Гурион в 13:00 17 февраля 2021 года. Спасибо за внимание. И до встречи на моем канале.